Привет! Это обзоры от Mob.ua и, как всегда, я Трэш. Ты не поверишь, но сегодня у нас игра про зомби. Не ожидал? Новый зомби-шутер с нестандартным названием Dead on Arrival 2. В общем-то, всегда в игре про зомби должно фигурировать слово Dead либо зомби, а еще лучше соединить и то, и другое. Тогда игра будет продавать сама себя. Такая мода пошла. Называется «Нет сюжета, зомби тебе в руки». Так что, как понимаешь, в таких играх слово зомби и есть самый страшный спойлер. В общем, в Dead on Arrival 2 ты будешь отстреливать волны монстров, блуждая по улицам, домам, офисам и заброшенным заводам. Но особым разнообразием игра все равно не блещет. За долгое прохождение я насчитал всего одного босса. Да и обычные зомби не блещут обилием способностей. Зато шопингом меня порадовали. Да и не только зомби. Сам главный герой может примерить самые стильные и до безобразия абсурдные наряды. Даже костюму динозавра здесь нашлось место. Цель данной игры проста. Выжить, чтобы было что рассказать детям. Нет, ну это я, конечно, забежал вперед, зато придумал нестандартный сюжет. Да и со своими будущими детишками такими приключениями не особо-то поделишься. Зато можешь рассказать о Dead on Arrival друзьям. Не просто ради потехи, а ради огневой поддержки. И да, в игре присутствует кооперативный режим, поддерживающий до 4 игроков. А это уже огромный плюс для посредственной игры. Но это не единственный ее достаток. Помимо хорошего геймплея и совместного прохождения, она еще и обладает великолепной графикой. Вся сияет и блестит, а что не сияло, заблурили. В общем, у разработчиков, если не золотые, то по крайней мере позолоченные руки. Не считая стандартного оружия, в игре можно будет пострелять из арбалета, минигана, огнемета и даже замораживающей пушки под названием Freezy Ray. Каждое оружие, как и показатели персонажа, имеет несколько ступеней прокачки, что с каждым разом будет давать возможность прожить еще дольше и пройти еще дальше. Вся игра выполнена в довольно трэшевом стиле. Даже при старте нас встречает пляшущие зомби, проверяющий своим танцем графические возможности твоего девайса. При желании с ним поспорить, настройки можно поменять и наслаждаться шикарной графикой и лагами. Если, конечно, у тебя нет чипа от Nvidia Tegra или Nvidia Shield. Для тех, кто не знает, это портативная игровая приставка от компании Nvidia, которую давно активно рекламируют, чтобы ты ее купил. Nvidia, докажи всем, что ты не нищеброд. Ну что же, взвесим все за и против. Прекрасная графика, хорошая физика, несколько режимов игры и мультиплеер до 4 игроков. Неплохо. Что же до минусов, то могу припомнить только два. Это скудность врагов и локаций. Недостатков, в общем-то, мало. Так что однозначно играть всем, у кого есть яйца. Особенно советую любителям Alien Swarm и Alien Shooter. На этом у меня все. Если тебе понравилось, то качай, ставь лайк, подписывайся на наш канал и вступай в группу. Там еще дофига интересного. Это был обзор от Mob.ua и от Трэш. До встречи!